Набережная Солнечной долины в плачевном состоянии. Части без того неширокой набережной и строения у моря разрушены. Деревья обрушились и тем самым перекрыли свободный доступ и проезд по аварийной набережной. По состоянию объектов, которые поросли бурьяном, и по склонам обвалов над пляжем видно, что некогда широкая и обустроенная набережная начала давно приходить в упадок. Как сообщили новости Крыма, в 2015 году мощные штормы и непогода размыли набережную села Солнечная долина, расположенного в окрестностях Судака. В результате часть набережной обвалилась. Цитирую, повреждение набережной в Солнечной долине произошло из-за того, что волны Черного моря вымыли грунт из-под ее асфальтового покрытия. В результате природной стихии произошло частичное обрушение набережной популярного курорта Крыма.